Добро пожаловать в наш бедуинский шатер, где мы продолжаем раскапывать тайны прошлого и тайны книги бытия. Друзья, спасибо за то, что вы смотрите наши видео и изучаете Библию вместе с нами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, также подписывайтесь на канал Александра Болотникова и нажимайте на колокольчик, если вы хотите получать уведомления. Также я хочу вам напомнить о том, что сейчас появился канал в Телеграме Александра Болотникова. Если у вас вдруг возникнут трудности с доступом в YouTube, вы можете смотреть наши видео на канале Александра Болотникова в Телеграме. Сегодня мы продолжаем изучать книгу «Бытие», урок номер 5, который назван как «Все народы и Вавилон». Прежде чем мы поговорим о Вавилонской башне, давайте немного отмотаем назад и рассмотрим историю, которая случилась непосредственно сразу после потопа, а именно сразу после завета, который заключил Бог с Ноем. Я буду читать из 9 главы, начиная с 9 главы книги «Бытие», начиная с 20 стиха. «Ной начал возделывать землю, насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Но и проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов он будет у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространится Бог Иофета, и да поселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Александр, первый вопрос после прочтения этой истории: в чем такое страшное деяние было Хама? Что страшного в том, что он просто зашел в шатер, где при этом уже лежал нагим пьяный Ной? Ну да, мы можем много говорить о том, почему Ной оказался пьяный. Есть на этот счет разные предположения. Некоторые считают, что Ной просто не знал, насколько, как говорится, вино может лишать человека контроля над собой. Потому что, ну, как бы вот мы видим, что он, как говорится, опьянел и лежал обнажен. То есть он потерял контроль над собой, каким-то образом уснул. Вот здесь нужно видеть очень серьезным образом, это читать в той культуре. Вот, например, есть притча о блудном сыне, о том, как отец, да, в притче о блудном сыне, вот, если мы откроем Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих, когда написано: «Он был еще далеко, увидев его, отец его изжалился и, побежав, пал ему на шею». То есть многие комментаторы, комментируя этот стих, говорят, что вот сам процесс того, что вот отец побежал, это было уже таким не очень приличным действием. То есть он оголял при беге, потому что, ну, тогда же не было, не носили штаны, в частности, даже до сих пор традиционная бедуинская одежда, такой, как бы, как плащ, который просто вот до щиколоток. То есть, если он побежал, ему нужно было это приподнять, чтобы оно не мешало, и бежать с оголенными ногами. Вообще, оголенные части тела на Ближнем Востоке, в ближневосточной культуре, это считается уже практически нарушением личного пространства,
Вот, это считается уже, то есть там, там ощущение наготы совершенно другое. В нашей современной культуре вот, это совершенно по-другому принимается. Короткие платья, бикини, то есть это считается уже, что ли, в рамках нормы. Но на Ближнем Востоке, то есть человек был полностью покрыт. И, например, когда мы читаем книги пророка Исаии, 20 глава, то там сказано следующее. В год, когда Тартан пришел к Азоту, вот то самое время, второй текст, Господь сказал Исаии, сыну Амосову, «Пойди, сними вретище с чест твоих, сбрось сандалии с ног твоих». И так сделал, ходил ногой и босой. То есть, он-то, понятно, сбросил сандалии, ходил босой, но он не ходил, в чем мать родила. То есть ногой это ни в чем мать родила. Просто без верхней одежды. Просто уже без верхней одежды, это уже все. Ну это все понятно, но при чем здесь хам? То есть как бы Ной сам-то напился, сам оголился, а хам нечаянно это увидел, и проклятие получает хам. Что делают Сим и Иафет? Разворачиваются. Они очень... То есть здесь показано, как следует прилично себя вести. То есть они с лицами отвернутыми приходят, покрывают. А что делает хам? Там, конечно, масса разных предположений, потому что есть... Ну, рассказал, по крайней мере, да. Братьям. Есть комментарии, которые говорят о том, что он чуть ли не совершил там какой-то акт надругательства полового, но оснований тоже нету, мы не можем. Очень все аббревировано, то есть говорить с полной уверенностью, что именно так это было, конечно, мы не можем. Вот. Но тот факт, что он не покрыл, а пришел, рассказал, это уже, почему я рассказывал про ближневосточную культуру, про открытые щиколотки, про Исаию нагого и босого. То есть фактически то, что сделал хам, там ничего не связано, там не надо для этого делать какие-то половые действия. Для этого просто, вот, то есть это уже считалось нарушением уважения, почитания отца, прийти и рассказать, вот отец голый. Да, а чё ж ты его не покрыл? А чё ты ходишь всем рассказывать? То есть это уже было воспринято Ноем как то, что его младший сын просто оскорбил. Спасибо, интересные заметки. Ну, давайте теперь поговорим о проклятии. О проклятии как бы хама, но Ной это называет имя Ханаан, которое есть потомок хама. То есть значит ли это, что Ной не использует имя хама, а использует имя потомка хама, в том, что это проклятие относится ко всем потомкам хама? Ну, прежде всего, что когда мы видим эти вещи, и когда мы говорим о проклятии, конечно, в этой истории ни Ной, ни хам не выглядят красиво. Ной, ну, предположим, он не знал, что такое опьянение, и для него это был опыт первый, и он не понимал, что делал, окей, нормально. Но, конечно, вот такое реакция на сына, да, то есть, окей, тот меня как бы унизил, рассказав, а я тебя в ответ прокляну. Ну, то есть, опять же, некоторые комментарии пытаются сказать, что это было не просто словесно, и что что-то было, но... Какое-то нам, наказание. Ну, и поэтому Ной проклял, потому что там чуть ли он не гомосексуальные акции, что, но, честно скажу, у нас просто нет никаких в тексте оснований,
чтобы сделать и сказать. То есть я понимаю комментаторов, которые пытаются объяснить, почему Ной так проклял. Смотря глазами современного человека. Да, да. То есть, но мы не знаем. То есть это уже, если мы на небе увидим это все, может быть, они и правы, но так, чтобы взять честно сказать и сказать, что я могу это вывести из библейского текста, ну, не могу. Поэтому, как говорится, то, что мы видим именно написано в библейском тексте, да, то мы видим, хам себя ведет просто, ну, то есть он нарушает заповедь, почитает отца и мать, то есть в данном случае вот такие вот как бы вещи, что прийти и рассказать. То есть это, причем они уже взрослые люди. Жены. Это не просто пацаны, извините. Это уже прошло. То есть Ною было 500 лет, когда родился Сим. Там не знаем, когда родились Хам и Иафет. Ной после потопа жил 350 лет. Сколько времени прошло после потопа, чтобы виноградник можно было насадить? И выросли там плоды, которые Ной снял. Эти уже, даже если мы предположим, то есть Хам не был ни подростком, он был взрослым, зрелым человеком. Жили они отдельно. Естественно, потому что Ной посадил, то есть там явно как-то не в одной комнате они ютились, если у тех уже были жены. То есть он пришел в дом к Ною, он это увидел, и такие вещи. То есть понятно, что сделал Хам, именно отсюда и слово хамство соответствующее взято. Вот. Но, как говорится, я пытаюсь подобрать русское слово, английское слово называется overreaction. Mm-hmm. Да, то есть Ной... Чересчур его реакция. Да, 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 среагировал. То есть, потому что проклясть сына – это хуже, чем проклясть человека. Что если ты человека проклял, а тут ты еще и сына проклял. Но здесь, конечно же, нужно видеть, что, ну, во-первых, Бог... не одобряет подобные вещи. То есть у нас нету, то есть у нас здесь нет написано, что Бог одобрил это, и Ной то, что сказал, то и сбылось. Вот это очень важно здесь увидеть, что здесь как бы в тексте этого нет. То есть сегодня некоторые, ну, я не говорю, а сегодня, я скажу так, популярными обоснованиями расизма в британском и французском и португальском обществах, почему я говорю, потому что... Обовладельческие. Да-да-да, Португалия, Бразилия, Франция, Гаити... И можно взять еще Испанию и, конечно же, Англия, Северная Америка. То есть это все рабовладельческие были колонии, туда привозили рабов из Африки, и, естественно, к ним относились как к скоту, особенно вот сегодня, когда мы знаем, как их перевозили на этих кораблях, то есть то, в принципе... вот эта вот история рабовладения сегодня историографами уподобляется, ну, Голокосту. Ну, только немножко с одной разницей. Допустим, Гитлер хотел просто уничтожить еврейскую расу. То есть он создавал... Рабовладельцы хотели использовать силу. Mm. И это уничтожая... Да, то есть рабовладельцы просто хотели ее использовать. Вот. Но, как это оправдать, вот такое бесчеловечное, с точки зрения христианства, вот такое вот бесчеловечное отношение, вот, право белого рабовладельца быть, иметь чернокожего раба в своей собственности,
Вот они брали этот текст, видите, Ной проклял и так далее. А как они все-таки могли выяснить, что это потомки именно Хама и Ханаана? А вот в этом-то и вся проблема, что вот эта теория, она основана на абсолютно неверном прочтении того, что у нас есть здесь в книге Бытия. У нас в книге Бытия вообще не описано ни о каких расах. То есть у нас есть описание, да, вот читаем мы учебник по биологии, я не знаю, что в вашей школе в ваше время преподавали. В мое время там негроидное, европеоидное, монголоидное. То же самое, да? То есть ничего не поменялось. Ну, знаете, в наших краях, откуда мы, этих проблем не было. Наоборот, там в Советском Союзе подчеркивалось, да, всякий раз, когда правозащитники пытались там говорить о Советском Союзе, что там у вас карательная психиатрия и был ГУЛАГ, а в ответ советские пропагандисты: а у вас расизм. И, естественно, поэтому, например, я помню, когда приезжали, допустим, я учился в Киевском университете, 89-й даже год, всегда приезжали африканские студенты, у них общежития были чистые, обслужены, иностранцы, то есть относились с почетом к студентам из Африки. Вот. То есть поэтому, допустим, вот такие вещи у нас, ну, в обществе нашем постсоветском расизма, такого вот именно расизма, таком, как вот общество английское, я бы сказал, английское, потому что это все из Англии, это вот этот английский мир, вот, ну, допустим, сегодня с разными эксцессами, потому что, допустим, конечно, есть всякие такие прокоммунистические организации, как Black Lives Matter, но вообще сегодня обществу американскому, британскому, так как это, вот, им приходится как бы серьезно проводить своего рода очистку своих мозгов от представлений, которые, в общем-то, в Библии нет, потому что нигде не написано, что у Хама была черная кожа. И если мы посмотрим на потомков Хама, то далеко не все потомки Хама являются африканцами. Вернее, не так скажу, не все африканцы являются потомками Хама. Вот. Ну и плюс, если говорить о черной коже, а жители Южной Индии, такая же точно кожа. В рабстве они-то не были. В рабстве, правильно. Причем, опять же, и, возможно, это где-то правильно, но это только исключительно на медицинском уровне. Так вот, если говорить о расах, там риск заболеваемости, диабета. Ну, например, среди жителей Тихоокеанских островов, и тоже выделять их в отдельную расу, не выделять, кожа у них темная, но вроде и не африканцы. Ну, то есть вот так подобные разделения, они, ну, никуда, ни к чему хорошему не ведут. Но факт остается фактом. Жители островов Полинезии, Микронезии, у них вообще нет гена сопротивляемости на алкоголь. И поэтому огромное количество во время британской колонизации Тихоокеанских островов огромное количество людей просто погибло от пьянства. То же самое касается, кстати, северных народов. Северные народы, да, чукчи, народы Канады, там их же алкоголь просто косил моментально, то есть они с первой выпивки становились уже больными на алкоголизм. Интересно. Александр, давайте подойдем ближе уже к Вавилонской башне. Мы немного поговорили о проклятии Хама, о том, что расовая теория — это не библейская.
подходим к Вавилонской башне, и вся эта история начинается с того, что у людей был один язык, и они решили остаться в одном месте и строить эту башню. Почему народы не пошли по пути тому, который предложил им Бог? Расселяться по всей земле и наполнять землю. Ну, вот это, как говорится, серьезная проблема, потому что первые вот идея вот после потопа у нас вот идет первое восстание против Бога со стороны определенных группы людей. Вот. Но вообще история Вавилонской башни, она очень-очень интересна. Интересна она со многих аспектов. Прежде всего, потому что ее очень легко доказать. То есть мы не можем, допустим, доказать научно буквальные 7 дней творения. Вот. Ну, понятно, что говорить и обратное, то есть где проблема, когда эволюционисты говорят о своей точке зрения, они утверждают, что она абсолютно научно доказана. Вот тоже не научно, не доказано научно. Но и 7 дней творения тоже нет научного доказательства. Возьмем о потопе. У нас есть геологические явления, но как говорится, интерпретировать их можно по-разному. Да, то есть, если Библия для нас главный документ, то мы увидим последствия потопа. Если человек верит в теорию эволюции, он может там говорить о всякой миллионолетней эрозии и прочие вещи. Когда мы говорим о языке, о языках, вот здесь у нас совершенно получается другая картина. Потому что включается уже не биология, не геология. Лингвистика. Да. А лингвистика очень интересная. Вот 10 глава книги «Бытие» говорится о зарождении 70 народов. Если посчитать, мы с тобой, по-моему, специально перед записью, специально перечислили, так и 70. 70, да. Потому что это еврейская традиция. То есть еврейская традиция, огромное количество всевозможных, там, в мидрашах говорится, вот Бог давал там Тору всем 70 народам, и только Израиль принял. То есть, ну, это, как говорится, такой сторонний аргумент, но суть в том, 70 народов постоянно проявляется. Так вот откуда взять эти 70 народов, если посчитать? 10 глава книги Бытия. Можете проверить, слушайте. Да, то есть если посчитать, то вы насчитаете там 70 потомков Сима, Хама и Ефета, которые перечислены и которые фактически становятся родоначальниками народов. Вот. Фактически перед нами интересная ситуация. У нас был такой известный лингвист, он знал где-то 1003 языков. Вот. Его уважают во всем мире. Он был куратором еще во времена Ленина, Сталина, был куратором Эрмитажа. И звали его, это Игорь Николаевич Дьяконов. Он основал советскую лингвистическую школу, которую очень уважали в всемирной науке. Вот. И он, будучи, в принципе, я не знаю, был он верующим или нет, но как бы считался он, что он, конечно же, член коммунистической партии, иначе бы не доверили такой пост. Вот. Тем не менее, он, изучив 3000 языков, создал ее систему классификации. Вот. Которая до сих пор пользуется. Да, эта система классификации работает. Ну, возьмем там русский, украинский, белорусский языки, это восточнославянская подгруппа. Да? То есть что крупнее,
там несколько славянских языков есть подгрупп: восточнославянская, западнославянская, южнославянская, да? Все это объединяется в славянскую группу. Ну, есть такая же германская группа, есть романская группа. Соответственно, эти все группы дальше... Семья. Индоевропейская. И вот, когда мы смотрим, да, индоевропейская семья языков очень большая. Это и европейские языки, славянские, германские, романские, прибалтийские, и персидские языки, таджикские, там, афганские вот эти языки, потом индийские языки, такие как хинди и так далее, это все индоевропейские языки, поэтому индоевропейские. Вот. Например, возьмем языки народов там Мордвы, Урала. Финно-угорская. Да, это финно-угорская группа. И вот если взять, например, интересное такое явление, допустим, Карпатский регион, да, мы там увидим славянские языки, там, чешский, словацкий, русинский, да. Венгерский немного. Да, мы видим румынский язык, это из романской группы. А венгерский совершенно отличается. То есть его, он очень трудный язык. Вот, то есть по-венгерски. Вот, допустим, то же самое Прибалтика, да, латыши, литовцы там и так далее. А эстонский язык совершенно отличается. Потому что это финно-угорская группа. И фактически... грамматика, синтаксис, все совершенно по-другому. Да? Возьмем, например, алтайскую семью. Да, турецкий, тюркские языки, да, турецкий, там, туркменский, узбекский, пошло туда-туда, да. И вот огромная семья. И тоже, ну, финно-угорская легче, потому что у нас практически нет слово с финно-угорских языков в русском языке. С турецкого языка много слов, тут немножко сложнее, потому что переплетаются, но это заимствованные слова. Вот, на самом же деле общих корней нет. То есть вот таких семей дьяконов насчитал около 70. То есть и между ними нет общих корней. Интересная связь с Библией, да. С генеалогией символов. У меня есть до сих пор старое издание, такое детское. Я жутко любил географию, этнографию в детстве. И сейчас люблю. Это особенно этнографию я вообще очень люблю. Я этим увлекаюсь, я занимаюсь как историк этнографией. Вот. И у меня... сохранилась детская энциклопедия. Это была моя первая книга по этнографии, где было разложено все это составляющие языки, и там 70 семей, там и дальше пошли группы и подгруппы в каждой семье, там страниц на 50 такой список всех этих разных языков, как их проклассифицировали, и вот, 70 народов. И вот дьяконов абсолютно не по Библии. То есть, где у нас проблема, когда мы сегодня читаем эти имена, там, читаем там Мицраим, 13 текст, Бытие, 10 глава, 13 текст. Ну, сегодня на иврите Мицраим – это Египет. То есть, очень может быть, что копты, то есть копты сегодня есть, это христианское население Египта, они никакого отношения к арабам не имеют, потому что арабы – это семитский народ. Копты – это вот потомки Хама. И вот если мы берем Мицраим, да, то есть кто там еще был, какие другие народы, вот мы уже довольно трудно определить, но тем не менее…
Вот, как бы, тут можно, как говорится, какие-то делать выводы. И все же до того, как эти народы получили каждый свой язык, они решили остаться в долине, в земле Синаар и построить себе башню. Ну, был для этого один народ. Ну да, я говорю, до того, как они получили разные языки. Здесь просто, здесь очень важный момент. У нас хронологически 10 и 11 глава не расположены. То есть у нас... Возможно, 10 должна была быть после. Значит, вот у нас был потом... То есть если мы говорим по событиям, вот у нас события заканчиваются, что Ной выпил вина. И следующее событие историческое – это Вавилонская башня. Вот эти два списка родословных, первый список стоит у нас в 10 главе, а потом идет список в 11 главе. Они как бы обрамляют это определенное композиционное построение, специально сделано, обрамляющее историю про Вавилонскую башню. Она, получается, между двумя родословными. А, да, она таким сандвичем между двумя родословными. Для чего это сделано? У нас, если посмотреть, 10 глава описывает 70 народов, которые, естественно, образовались после того, как Бог смешал языки. То есть вот эти вот все потомки Сима, Хама и Иофета, они приобрели каждый свой язык и стали основателями определенного какого-то народа. А народ, вот тоже очень важный момент, народ здесь не связан с никакими внешними признаками. Народ – это носитель определенного языка. И все они являлись братьями. Да, но так как Бог им дал разные языки, народ… Начал развиваться самостоятельно. Это носитель определенного языка. Только ли языка или веры тоже? Ну, тогда еще вообще не стояло никаким образом. Вот это сейчас, например, вера, тут все намного сложнее. Например, знаешь, такое аджария, помнишь? Да. А кто такие аджарцы? Это мусульмане, которые... Это грузины, которые... мусульмане. То есть у них одинаковый язык, но от грузинов они отличаются мусульманской верой. Ну, это уже после, когда миссионерство появилось в разных религиях и так далее. А вот именно тогда, когда они все ли потомки Ноя были строителями Вавилонской башни? Ну, вот в этом-то и для этого и сандвич сделан композиционно. То есть, говоря о литературной композиции этого отрывка, мы говорим, у нас 9 глава заканчивается, история с Ноем, выпившим вина. И у нас 10 и 11 – это единая композиция, единый отрывок литературный. И он выглядит так. Вот у нас сначала родословие, показывающее историю образования народов земного шара. Потом Вавилонская башня фактически объясняет, почему они образовались. Сим, Хам и Иофет – одна семья. А почему они вдруг образовали? А вот дальше идет объяснение. То есть Вавилонская башня объясняет, почему это произошло. То есть дальше у нас идет родословие Сима. И вот если мы... Доходим до Авраама. Да, от Сима до Авраама. И если мы посмотрим, то только отдельные потомки Сима в ней выписаны. То есть, если мы посмотрим на родословие, описанное в 10 главе, то это как дерево, ветвистое. Родословие, описанное в 11 главе, линейное. То есть идет одна линия. Один сын Сима, другого Арфаксад, сын. Дальше сын Арфаксада, внук Сима, Сала и так далее. Сала, сын, Сала, дальше Евер, сын Салы, правнук Сима, и пошло. То есть это линия. Вот эта линия, она показана, доводит до Авраама.
это мой учитель, я сразу сошлюсь на кого, откуда я это знаю уже 27 лет, когда я брал курс пятикнижия у известного богослова Герхарда Хазеля, он обратил наше внимание на вот эту композицию, и он тогда говорит: смотрите, почему уже есть и арфоксады, сало в 10 главе, зачем повторять? У вас есть, говорит, предположение? Ну, студентам такой вопрос бросает. Мы так смотрим, и он говорит: а у меня есть. Говорит, это показаны те, которые не строили Вавилонскую башню. Остаток. То есть, возможно, они остались говорить на том языке, который был изначально? Очень возможно. И какой это язык был? Книга Бытие, 26 глава, 5 текст. Прочти. Там, где Авраам назван арамеянином? Да. Авраам, Нахор, арамеянин, Вафилос – это арамейский язык. От арамейского языка произошел иврит, причем лингвистически очень четко видно, как и библейский, и лингвистический мы видим, что иврит, то есть это, иврит – это язык Моисея. Моисея, Самуила, Давида – это иврит. Но, тем не менее, иврит похож очень на ханаанские языки. Нет. Нет. Совершенно нет. Но слова есть заимствованные. Смотри, наверное, тут, вот тут начинаются некоторые тонкости. То, что мы знаем, то есть то, что мы читаем по Библии, Ханаан – это потомок Хама. То есть если мы говорим о Ханаане, если мы говорим о Мисцраиме, есть такая группа, вот, куда входит древнеегипетский язык, коптский язык, древнелевийский язык, а так называемые афроазиатские языки. И часть тех, кто жили в Ханаане, они в какое-то время говорили на афроазиатских языках. Но, по-видимому, потому что, исходя из того, что мы видим, находим документы, вот, в частности, есть такое место, называется Угарит. Это север Ханаана, юг Ливана, вот, то там, как говорится, записи, которые находятся, это семит, язык семитский. Его называют угаритским языком. Это ханаанский народ. То есть, это тоже, то есть в Ханаане было полное переплетение. То есть по Библии непосредственно потомки Хама, а потом Ханаана, это афроазиатские народы, то есть не семитские. Но там они, по-видимому, по-разному можно об этом интерпретировать, потому что там же появляются аммонитяне, моавитяне. Их записи у нас есть, и они написаны семитскими языками, которые сходны с ивритом и с арамейским. Но они тоже как бы потомки семитов, правильно? Но ну, если мы говорим по Моав, Амон, это же потомки Авраама. То есть в Ханаане вот такое переплетение. У нас нету, допустим, Евусей. Хотелось бы знать, на каком языке писали Евусей. Потому что здесь у нас написано, что Евусей – это потомки Хама, потомки Ханаана. Но что писали Евусей, у нас нету. То есть мы не можем, я не могу вам найти евусейский язык. А вот аммонитянский и моавитянский язык у нас есть. Но тут понятно, они будут семитские. Поэтому есть здесь некоторые вещи. Может быть, кто-то еще понаходит какие-нибудь инскрипции. Но все инскрипции, которые кроме иврита у нас есть, это все считается семитские инскрипции. То есть вот угаритские, аммонитянские, моавитянские. Вот. И это считается западно-семитские языки, они где-то схожи с ивритом, но по Библии понятно почему. Если мы вернемся к вопросу веры, Александр, строительство Вавилонской башни. Вы говорите, что есть предположение, что именно вот эта линия предков Авраама, они не участвовали в строительстве Вавилонской башни. Почему? Может быть, они сохранили ту веру, которую им передал Ной, а другие не сохранили, забыли Бога, который спас их от потопа и так далее.
Однозначно мы видим, что вообще, если мы читаем книгу, вообще Библию как таковую, то мы видим один принцип, принцип остатка. 120 лет до потопа Бог открыл Ною свои планы. То есть Бог общался с Ноем, Бог сказал ему, Ной начал строить ковчег. И рассказывать людям. Да. У него за это время рождаются 3 его сына. И только он и семьи его сыновей, да, то есть он с женой и 3 сыновей с женой, 8 человек спаслись, хотя места в ковчеге хватило бы и 10 тысячам. Что, скорее всего, население Земли на тот момент не превышало. Ну да, мы-то с тобой были на модели ковчега, которую построил, кстати говоря, это там директор, я все время смеюсь, его зовут Кен Хэм. Директор этого всего, как говорится, учреждения, которое строил это все. Вот. Поэтому я всегда смеюсь. Знаешь, такая называется учреждение, называется Answers in Genesis, то есть ответы из книги Бытия. Главный Кен Хэм. Возможно, потомок того. Ну да, это только шутка. Вот, конечно. Вот, но здесь размеры просто как одного из самых... То есть они взяли, построили по реальным размерам. Это огромный круизный лайнер. То есть там 10 тысяч человек спокойно в стесненных условиях могли поместить. Но только 8 выбрали. То есть остаток. Так, дальше. Вот выходят Ной, Сим, Хам и Афет. У них начинают рождаться дети. И опять испытание. Да? То есть кому-то приходит идея, давайте будем спасаться от следующего потопа. Но в Библии этого не говорится. Действительно, ну, что причина строительства – это чтобы спастись от следующего потопа. Да. В Библии непосредственно таких там больше, как... слов нету. Эти слова есть в книге «Патриархи и пророки». Вот. Но там «сделаем себе имя». А что это означает? «Сделаем себе имя». Перед кем, если, в принципе, больше людей нет на земле? А вот в этом-то и вопрос, что «сделаем себе имя», вот это вот, это значит, и что кто-то хотел создать и сделать вот эту башню центром какой-то империи. Вот, вот это слово «имя», ну что, допустим, опять же, здесь я могу сослаться, что в книге «Патриархи и пророки» это так, прямо так и написано, что именно поэтому Бог и смешал языки. Но написано не без основания. Потому что вот это выражение «сделаем себе имя», тут интересно идет, как говорится, игра слов. Потому что «сим», «шем» на иврите «имя». Но «шем» не участвует. То есть тот, кому имя – имя, он не участвует. Кто-то другой хочет взять это имя. Хочет взять имя. А почему? Шем – первенец. Первенец – священник. А кто-то хочет это имя себе. Звучит как ложная религия, Вавилон. Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. То есть кто-то хочет взять и стать этим первенцем. Ну, священником, кем угодно. То есть, поэтому то, что написали в книгах «Патриархи и пророки», оно имеет основание. Оно имеет. Вот эти слова о том, что будет империя и так далее. То есть это, ну, кстати говоря, это не только книга «Патриархи и пророки». Многие комментаторы высказывают подобные вещи, даже и иудейские комментаторы. То есть это не какое-то такое ноу-хау, которое вот есть только в книге
патриархи и пророки. То есть, я просто говорю, что вот на этом игре слов, да, Шем, это вот сделать имя, сделать великим, потому что до этого мы говорили на предыдущих уроках про нефилимов, которые тоже были людьми именем через свою силу. Да? То есть вот это вот желание себя прославить, желание приобрести себе имя. Вот. И выделиться. Да, и выделиться. Да? То есть поэтому у нас здесь есть две группы людей. Вот у нас всегда находятся две группы людей. Возьмем Сиф и его потомки, призывают имя Господа. И Каин. Соединились, образовалась гремучая смесь, которая захотела себе добиться имя своей силы. И Бог сказал, велико развращение на земле. Здесь опять две группы людей. Вот у нас Сим и его потомки. А вот у нас остальные, которые хотят себе имя. Александр, давайте, может быть, прочтем эти тексты. Мы говорим об этом. И я подумал, прочтем и остановимся на некоторых моментах. Бытие, 11 глава, с 1 стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы они не понимали речи другого, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, почему Бог должен сходить, чтобы посмотреть, что они делают? Разве Бог не видит с небес то, что творится на земле? Это выражение «сошел Господь». Вот это когда Господь сходит, Он всегда сходит с целью принести на грешников суд. Это не первый раз употребляется это выражение. Когда Содом, вот сейчас я зачитаю параллельное место, чуть позже мы, конечно же, будем разбирать этот вопрос, но Бытие, 18 глава, 20 текст. «И сказал Господь», это Бог говорит с Авраамом, «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю». Чем закончилось схождение Бога? Разрушением двух городов. Да, но тут нужно обратить внимание. Когда Бог сходит, Он не просто сходит и начинает всех рубать шашкой. Дает шанс. Он посмотрит. То есть он хочет присмотреться. То есть вот мы уже говорили, что у Бога есть такие две как бы стороны, два таких модуса. Модус суд и модус милосердия. Да? Медат один, медат рахамим. Вот здесь у нас Бог в модусе суда. Что интересно, мне после этого первого урока, или некоторые начали писать из цитат, допустим, там есть такая книга «Тания», написал ее известный такой хасидский лидер Рэбе Шнеур Залман в конце 18 века. Она очень популярна среди любавических хасидов. И там есть такой аргумент, что два имени Адонай, четырехбуквенное имя Юдей Вавей, и имя Элохим. То есть Адонай – это милостивое, а Элохим – это судья. Судебное.
Не совсем это работает, потому что вот и сказал Адонай, вопль гоморский, сойду и посмотрю. А здесь у нас, когда мы читаем Бытие 11 глава, тоже Адонай сказал Господь, да, вот один народ, сойдем же и смешаем. То есть здесь мы видим такие вот не всегда соответствия, но суть в чем? Два похожих места, сойдем, посмотрим. Бог видит, то есть почему я говорю о суде? Потому что суд – это не только карательное, это еще и следственное такое имеет аспект. То есть Бог, прежде чем применяет наказание, он хочет расследовать и разобраться. Ну, может быть, он сам-то и понимает, но он всем остальным хочет. То есть он показывает, что не просто так, а мне там доложили, я хлоп, нет, я сошел, я посмотрел, я увидел. В Содоме это... То есть что с Вавилонской башней он увидел, мы не знаем. А вот в Содоме там же пришли два ангела, как захотели их, извините, познать. Да, тут понятно, что вот Бог сошел, и он так и увидел подтверждение, что так и есть. А почему используется множественное число? Сойдем, посмотрим. Это действительно так в оригинале или это перевод? Однозначно. Тут интересно, да? Это очень интересно, что ты заметил, потому что действительно, если я сейчас открою иврит, то здесь у нас «Хаба неред», то есть «давайте сойдем». То есть Бог неоднократно о себе говорит во множественном числе. Причем, что интересно, Бытие 1 глава. «Сотворим человека», сказал Элохим. Бог. Элохим, множественное число, «сотворим». Вот. А здесь «сойдем» и говорит Яхве. Юдей-Вавей. Другое имя, но тоже множественное число. Но это не множественное число. То есть Элохим грамматически, это множественное число. Само имя. Да. Юдей-Вавей, то есть Адонай, Яхве, это грамматически единственное число. Но все равно говорит сойдем. История Содома и Гоморры. Сойду. Тоже сам Господь. Тот же Яхве в одном месте говорит «сойдем», в другом месте говорит «сойду». То есть это о чем говорит? Это говорит, тут, конечно, можно много говорить, да, потому что, допустим, если человек, ну, априорно христианин, да, то он уже верит. То он типа сразу, сойдем, это Троица. Если человек априорно иудей, то он, конечно, не понимает и не верит в Троицу. Сойду, понятно, но сойдем, упс. Понятно. То есть тут уже начинается исследование, с кем он говорит, а кому он говорит. Но когда мы просто смотрим на библейские факты без какой-то априорной теологии, то мы видим, что Бога нам сложно познать. Да, если мы смотрим на Бога Ветхого Завета, мы, конечно же, не видим, как в Новом Завете. Отец, Сын, Дух Святой – это в Новом Завете. В Ветхом Завете мы таких категорий не видим. Вообще понятие «Бог, Отец» в Ветхом Завете еще не появляется. Вот. Но в Ветхом Завете появляется то, что, например, интересно – в книге Откровения есть. Книга Откровения, 1 глава, с 4 стиха. «Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет». Вот это «есть, был и грядет»? Бог Отец. А вот не написано, что это Бог Отец, ты видишь? Ну тут просто перечисляется. Это... И от семи духа. Это ты потому что смотришь на это глазами общехристианской теологии. Но обрати внимание, не написано «Бог Отец».
Ну, просто потом перечисляется семь духов и Иисус. Правильно. Христос. Но вот именно в Ветхом Завете понятие «Бог-Отец» не встречается. Оно встречается именно вот так. Это имя встречается Яхве. «Я есть». Да. Тот, который был, есть и будет. Почему «Бог-Отец» не встречается? Потому что в Ветхом Завете еще нет истории воплощения. То есть, кто такой «Бог-Отец»? Это он, у нас очень четко дано определение «Бога-Отца». Да? Очень четко. Если мы возьмем Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». А, то есть в Ветхом Завете у нас Яхве, это еще не состоялось. Ни отцовство, ни сыновство. Но у нас есть Яхве. Дальше, конечно, книга Откровения говорит о семи духах. Ну, Дух Божий, понятно, тоже есть. Вот, и дальше, конечно, говорится уже об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Он еще, его еще нет, но есть тот... Ангел Господень. Есть ангел Господень, ангел Божий. Это Михаил, это тот, который потом будет на... Это тот, который потом воплотится и будет назван Иисусом Христом. Богом Сыном. И Богом Сыном, соответственно. И, соответственно, сила Божья найдет на тебя, то есть... У Иисуса Христа есть Отец, соответственно. Ну, то есть, ну, это все еще в будущем, еще в книге Бытия нет. Поэтому используются другие имена, другие понятия. Но ни в коем случае, самое главное, ни в коем случае, когда мы видим вот эту вот комплексность, да, в одном месте Бог говорит, сотворим человека. В другом месте говорим, сойдем. Причем сотворим человека, говорит Элохим, который во множественном числе. Сойдем, говорит Яхве, который единственное число. И говорит, сойду в другом месте. То есть мы видим, что как бы представлять Бога... То есть Бог не представлен как монада, с одной стороны. Да? То есть, допустим, тот же ислам. Ну, ислам это больше вообще арианское такое. Потому что там... Допустим, вот чем отличается ислам от арианства? То есть в арианстве там Бог – это Бог-Отец. Сын – это так себе, что-то ниже по значению. А, ну, ислам говорит, у Бога не может быть сына. То есть, есть пророки. Да, но это вот такой вот взгляд на Бога, как на монаду. Да? А, в Библии в Торе, в книге Бытия, мы видим, что не совсем монада. Пойдем, сотворим. Да. Но и не три отдельных Бога. Бог един. Бог един. Он о себе говорит, сойдем, и говорит, сойду. То есть это не три отдельных Бога. И не монада. То есть всю вечность будем разбираться. Это действительно так. Если возвращаться опять к истории Вавилонской башни и том, когда Бог сходит, чтобы смешать языки и потом рассеять людей, все-таки это наказание или благословение для тех людей? То, что Бог смешивает их языки и рассеивает по всему лицу земли. Если мы берем тот факт, что люди что однозначно, ну, не могли все одновременно, кроме Сима и его потомков, хором сказать, давайте построим. То есть там кто-то один. Да, кто-то явно был зачинщиком, он себе образовал какую-то группу поддержки. Давай за нас. Вот. Ну, Бог избавил человечество. То есть этим наказанием, что, ну, плохо, что люди друг друга не понимают. До сих пор мы мучаемся. Мучаемся. Но этим наказанием Бог избавил от худшего. Вот тут очень часто нужно это очень хорошо себе уяснять. В этом мире греха может не всегда быть все идеально. Но Бог знает, из каких зол выбрать меньше.
разделение языков плохо. Но позволить, чтобы мир опять, то есть Бог пообещал, потопа не будет. То есть если мир опять сойдет к тому, что будет рулить одна система с еще и с каиновской идеологией такой, ламеховской, опять катастрофа. Поэтому Бог выбирает смешание языков как меньшее зло. Как предотвращение большего зла. Спасибо, Александр. Очень интересные сегодня были мысли. Многое новое узнал. Надеюсь, наши слушатели тоже. Давайте в завершении дайте какое-то обобщение всему тому, о чем мы говорили. И, может быть, какие-то наставления для нас. И ваша молитва в завершении. История Вавилонской башни очень важная вещь. Потому что в первую очередь, если мы видим вот это понятие «имя себе сделать» в том виде, в котором как бы оно проявляется себя, именно вот памятник, вот как бы конструкция, вот объединяющая сила. Бог, он однозначно против таких вот тоталитарных, автократических режимов. То есть я не могу сказать, что Бог 100% за демократию, но из двух зол Бог выбирает меньшее. То есть в истории мы видим вот такие вот автократические режимы. Вавилон. Не это ли великий город, который построил я? Автократия. И вот книга Даниила очень показывает, как один автократический режим сменяется другим автократическим режимом, и как в конце концов Христос устанавливает царство. То есть Вавилон как раз вот зарождение вот этой автократии. Бог, то есть в истории Вавилонской башни Бог предотвратил автократию. Вот как бы это очень важный момент, который позволяет нам сегодня давать правильные исторические оценки некоторым, вот именно с библейской точки зрения, некоторым вещам. Да, демократия имеет свои проблемы, потому что там, где я разрешаю проповедь Слова Божьего, в демократии я должен разрешить и проповедь там каких-то вещей. То есть, ну, это же плюрализм, да? Но если мы говорим о плюрализме, то, по крайней мере, человек имеет право выбора. Бог, он всегда работает, давая нам право выбора. Да, есть зло, есть добро. Вот дерево познания добра и зла. Оно же есть, было. Благословение и проклятие. Несмотря на то, что, да, человек таки выбрал зло, но Бог все равно считает, что выбор это важнее, нежели просто не дать и сказать вот только это. То есть Бог не ведет себя с нами автократично, при том, что Он есть царь царей. Он дает нам возможность выбора. Никого себя силой не тащит. Поэтому, как говорится, в глазах Божьих между двух зол, потому что грешное человечество не может создать совершенную форму правления. Но демократия является меньшим злом, нежели автократией. Вавилонская башня очень четко это показывает. Помолимся. Всемогущий Господь, читая эти строки, историю Вавилона, историю этого смешения, помоги нам дать правильную оценку тому, как ты хочешь, чтобы мы позиционировали себя в этом грешном мире. И мир будет все равно грешным, пока ты не придешь. Потому что ты есть истинный царь,
Но пока еще мы живем в этом грешном мире, помоги нам увидеть Тебя и Твою волю, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.